реконструкция, ваши ощущения, чувства? Ну, вы знаете, я просто и восхищен, и потрясен одновременно, потому что настолько массово все это и прекрасно организовано было. Я считаю, что многие нижегородцы, горожане, которые не посмотрели вот это вот представление, очень сильно об этом пожалеют, потому что, я вам скажу, это нужно было видеть своими глазами, но это нечто выдающееся. Огромное спасибо артистам, всем, кто принимал участие в постановке. Замечательные действия, конечно, я считаю, что это настоящий праздник для горожан. Как вы считаете, в следующем году стоит вот повторить? Обязательно, обязательно стоит повторять, потому что, ну, еще раз скажу, что это нужно обязательно видеть, на этом нужно присутствовать, потому что и особенно и детей нужно приводить, потому что наши дети должны хорошо знать историю нашего города и знать, какое место вообще в российской истории, какую роль, великую роль Нижний Новгород сыграл. Олег Валентинович, достоин ли Нижний Новгород быть духовным центром России? Вы знаете, абсолютно достоин, потому что тот подвиг, который совершали нижегородцы из века в век, конечно, это должно навсегда оставаться в памяти. А та сила духа вообще, которая у нижегородцев всегда была, есть и будет, безусловно, город делает великим духовным центром. Спасибо. Спасибо.